Добрый день, мы продолжаем наше занятие по книге Эзры. И сегодня у нас последнее занятие, последний урок на тему Аншей Кнесет Агдола, мужей Великого Собрания. И, как было обещано, сегодня будет мы осветим те постановления, которые, большинство из них, большую часть или важные, самые важные постановления, которые ввели в нашу жизнь мужи Великого Собрания. Ну и прежде всего нужно разобраться или осветить момент, который покажет нам, который объяснит нам причину этих постановлений. Почему так много постановлений вдруг понадобилось? Почему постановления эти были настолько важны и настолько судьбоносные, что они изменили всю нашу жизнь? И Эзра знал это и преднамеренно так делал, так поступал. Итак, Руах Дерех Хаим, это комментарий Махараля из Праги на Пиркей Авот и на первую Мишну, там, где говорится, что Аншей Кнесет Агдола, они изрекли три вещи: будьте сдержаны в суде, воспитайте много учеников и создайте ограду для Торы, говорит Махараль из Праги. Что когда мудрецы наши, когда конкретно Аншей Кнесет Агдола, мужи Великого Собрания, почувствовали, что уровень мудрости упал настолько, что и также сехля, разума человеческого, что они стали забывать Тору. Как они это поняли, когда до этого передача Торы всегда была, как сказано, в Игата Лебинха, и как мы читаем в недельной, в пасхальной Агаде, и как сказано в Торе, и расскажешь своему сыну, то есть Тора должна передаваться от отца к сыну, от учителя к ученику. И, разумеется, всегда все запоминалось, все эти люди, люди, которые несли ответственность за передачу Торы, за преподавание Торы, за изучение Торы в народе Израиля, они все помнили наизусть. И до того, как начали записывать первые части устной Торы, то есть первые какие-то комментарии, какие-то споры наших мудрецов, до этого все знали все наизусть, кроме книг Торы, Сифрей Тора, свитки Торы и пророчества. Разумеется, что пророчество, оно должно быть записано для того, чтобы передать его потом для будущих поколений, и там ошибка, каждая ошибка может нести в себе большую опасность, потому что начнутся новые трактования, непонятные трактования, и даже тот факт, что сегодня многие пророчества, все переведено на любые языки мира, на большинство языков мира, уже все это приводит к лишним неправильным изменениям и неправильным, соответственно, кривотолкам. Теперь, что говорит Маараль? Продолжим комментарий Маараля. Наши мудрецы увидели, что когда начал падать уровень мудрости, уровень разума человеческого, они стали записывать свои комментарии, записывать свои изыскания, записывать то, что они начали получать от учителей, потому что они начали понимать, что они поняли, что скоро разум человеческий настолько знаний, сила разума человеческого настолько упадет, что не смогут помнить все. И для этого нужно будет законспектировать, чтобы не утерять ни малейшего элемента. И говорит Мораль из Праги, как подобно тому, как врач, который видит, что какой-то орган или какая-то область здоровья человека, область тела, начинает увядать, он дает лекарство для того, чтобы стимулировать и восстановить ее функционирование, того органа или той части тела, или той какой-то системы. И это же и была причина того, что наши мудрецы, мужи Великого Собрания, стали записывать устную Тору, и теперь она становится, то есть письменная. До этого Тора считалась письменной. Тора всегда состояла из двух частей, из письменной и устной, но никогда не было, устная Тора никогда не записывалась. Но то она и устная, что она передавалась из уст в уста. Она всегда оставалась здесь, в голове, у наших мудрецов. Ну вот, говорит Меири в предисловии к тому же Пиркей Авот, один из важнейших решений, что
есть очень большое количество источников, из которых следует, из которых мы можем прийти к выводу, что наши мудрецы уже со времен Анчей Кнессет а-Гдола, уже Великого Собрания, начали записывать, вести какие-то конспекты. В трактате Мегила рассказывается о том, кто написал Таргум Ункилос, перевод Торы на арамейский язык. Ну, Таргум Ункилос, наверное, Ункилос Агер перевел. Оказывается, нет. Оказывается, что этот перевод по традиции передавался, был принят мудрецами от Хагая, Захарии и Мелахи, последних трех пророков нашего народа. И до Ункилоса Агера прошло приблизительно 300 лет с времен, когда умер последний пророк Малахи, народа Израиля. И тем не менее, несмотря на то, что его именем называется этот перевод, однако это все было получено только по традиции. То есть это вещь, которая была принята от наших мудрецов до от самих пророков. Что еще нам известно о этих событиях? Что повлияло на это? Известная история, которая описана в трактате Сота, Дав Самехтед, 69-й лист, вторая страница, о том, как мужи Великого Собрания начали взывать к Всевышнему и вопрошать его, чтобы он отдал тот Ецар Ара им в руки. Ецар, комментаторы говорят такую вещь, что правит балом в нашем мире два вида Ецара. Или один Ецар, но он имеет два вида проявлений в нашем мире. Это Ецар, который подталкивает людей к служению идолам. И второе – это Ецар, который несет ответственность за разврат, чтобы подталкивать евреев к различным видам разврата. И спросите, а что с Гаава, что с гордыней? Наверное, все это каким-то образом можно вставить в оба эти вида Ецара, потому что так говорят комментаторы. Вот это те две силы, которые двигают, ну, прогрессом нельзя сказать, регрессом тоже, наверное, неправильно. В общем, те два вида Ецара основных, которые подталкивают нас ко всем основным грехам. И вот наши мудрецы сказали, взмолились Всевышнему, что не могут они больше терпеть его, не могут больше, нет сил ему противостоять. И они просят, чтобы Всевышний отдал этот Ецар в их руки. Слова их определения было несколько, если сказать более точно, шла речь о награде. Значит, Всевышний дал этот Ецар, чтобы мы, евреи, могли в этом мире противостоять ему. И когда, превозмогая его, мы продолжаем быть лучше и, наоборот, улучшаемся все время, если человек входит в постоянное испытание, находится в постоянном состоянии испытания, и он постоянно выходит из него с честью, соответственно, он не стоит на месте, на какой-то уровне праведности, а наоборот, он все время находится в состоянии прогресса, он все время повышает свой уровень квалификации, свой уровень духовности. Но и это есть награда. Но, сказали мудрецы, не хотим мы эту награду. Лучше, чтобы не было этого Ецера и не было этого испытания, потому что, как правило, получается, что мы награду не получаем, а не выходим с честью из этого испытания, и все получается, что мы не идем вверх, а все время только по наклонной плоскости. И Всевышний сказал: пожалуйста, я отдаю вам в руки этот Ецер, после того, как мудрецы не просто просили, а постились еще три дня, и по истечении трех дней они увидели, как выходит огненный силуэт молодого льва, лев. Откуда из святая святых? Тоже интересный момент, что ведь огонь на жертвеннике во времена первого храма был в виде лежащего, возлегающего на жертвеннике огромного огненного льва. И одно из пояснений, каждому, наверное, в голову придет сразу же идея сказать, ну, лев, он царь зверей, лев, он олицетворяет что-то могущественное, как какое-то проявление, может быть, даже силы Всевышнего. А я видел красивое объяснение, и, мне кажется, мы о нем говорили, когда мы разговаривали о пяти вещах, которые не доставали в эпоху второго храма, когда как раз огонь был не в виде льва, а в виде собаки. Так вот, лев — это
добрый отец. То есть он несет, выступает в роли такого охранника, хранителя своей семьи, который кормит свою семью. Ведь народ Израиля, бросая жертвы в этот огонь, и принося жертвы Всевышнему, как бы имел от этого искупление и имел от этого духовную и материальную парносу, пропитание, если можно так сказать. И вот маленький лев, который и не какое-то чудовище, как казалось бы, да, а именно маленький, там написано гурарье. Гурарье, это можно сказать даже и щенок, кутенок, детеныш львиный. Он вышел и исчез. Нет, не исчез, а мудрецы схватили его, и даже там какой-то волос один из него упал, в общем, его куда-то бросили, закрыли его, потому что сказали, давайте не будем над ним сильно издеваться, потому что если Всевышний будет на них, увидеть, что он страдает, так Всевышний же милосерден не только к нам, но и к огненным львам, наверное. Поэтому он пожалеет его и может восстановить его в своем положении прежнем, вернуть ему прежние силы. И одним словом, они потихонечку где-то его прикрыли и таким образом аннулировали его влияние на наш мир. После этого мудрецы сказали, ну, если сейчас хороший момент, сейчас у нас идет момент истины такой, Всевышний благоволит к нам, Он хочет нам помочь, так почему же довольствоваться малым? Давайте попросим еще большего, давайте возьмем и уничтожим второй вид Ецера, второй вид дурного начала, который подталкивает евреев к разврату. И Всевышний сказал, пожалуйста, и сейчас я пойду вам навстречу, можете делать с ним что хотите. И вот когда мудрецы наши, мужи Великого Собрания, начали заниматься решили уничтожить или аннулировать и этот Ецарара, он их предупредил, по-видимому, будучи уже в наручниках, связанным по рукам и ногам, он сказал им, смотрите, вы не торопитесь меня уничтожать, потому что вы увидите, вы еще ко мне вернетесь, и потому что увидите скоро, что мир без меня существовать не сможет. Тогда мудрецы не стали торопиться, не стали спешить, они решили действительно проверить. Посадили его в клетку на 3 дня, то есть уничтожить не уничтожили, но прекратили пока что его влияние, ограничили его влияние на наш мир. И что получилось? Через 3 дня они увидели, что во всем Израиле искали яйца, не смогли найти яйцо, которое снесла курица, и они поняли, что влечение разных полов друг к другу, не только мужчины к женщине, но и также у животных, также петух не топчет курицу, и поэтому нет яиц. А это значит, что если не будет влечения у мужчины к женщине, то внутри семьи, никакой семьи не будут рождаться дети, и тогда человечество обречено на вымирание. И тогда пришлось бы тогда как-то размножаться человечеству. Если в Китае сегодня есть штрафы за лишнего ребенка, за второго, третьего, то там было бы насильно бы заставляли мужа приходить на жену и платили бы штрафы, если бы детей не было вообще в семье. Иначе мир не смог бы существовать. Что сделали евреи, что сделали мудрецы, мужи Великого Собрания? Они тогда кахлю, это кхоль, это синяя краска, закрасили ему один глаз, можно это понять и иначе, что ослепили его на один глаз, и таким образом ослабили его влияние ровно наполовину. И теперь говорится там, что у нормальных людей, у нормальных евреев, да и вообще, я так понимаю, это влияние на все человечество, нет стремления, нет особой тяги к разврату с близкими родственниками, мамой, женой, мужа, с сестрами, тетями и так далее. Ну, как мы знаем, что сегодня уже мир продолжает пытаться, особенно Европа, отмывать этот глаз. Слепота постепенно проходит и возвращается все обратно. Мы не будем развивать эту тему. Единственное, что скажем, что осталась теперь тема, осталось влияние этого Ецера внутри на брачные отношения мужа и жены. Теперь осталась только одна проблема, одна тяга прийти на жену во время того, когда она запрещена, когда она находится в состоянии неда, что является каретом, и хранить супружескую верность.
Вот теперь этот ветер был ограничен, и сказано, что они его отпустили. Они отпустили, потому что без него, как оказалось, нельзя. Пишет Виленский Гаон, что именно в этот момент, когда мудрецы уничтожили Ецера Вода Зара, исчезло пророчество в народе Израиля. И теперь влияние Вода Зара и Ецера на нас нету, но и зе-кенегедзе, одно против другого, то есть Всевышний создал проблему, но и создал лекарство против нее. Теперь же, когда нет проблемы, и не положено евреям, не полагается евреям обладать этим лекарством. Оно больше не нужно, и, соответственно, сразу же начинается падение уровня запоминания, уровня разума, уровня... И даже можно просто, совсем просто технически объяснить вопрос, или этот процесс деградации, когда были пророки, так ты мог буквально прийти и спросить, как будто бы послать смс, как будто бы взять, нажать кнопку и спросить у Всевышнего, у пророка, пусть он спросит у Всевышнего, какой-то вопрос, задаст вопрос, который мне непонятен, или если я что-то забыл. И тут же можно было получить ответ. Теперь этой опции нету, и, соответственно, теперь нужно начинать все записывать, теперь нужно начинать создавать конспекты, чтобы ничего не было утеряно. Вот этот процесс, который предшествовал началу введения множества таканот, множества постановлений наших мудрецов, и давайте начнем их перечислять. Одно из самых, наверное, широкомасштабных, самых фундаментальных и важных постановлений наших мудрецов – это несколько видов постановлений, касающихся молитвы. Если Рамбам пишет в законах тфилы, в законах молитвы, в первой главе, четвертая Аллаха, Рамбам описывает подробно то состояние, в котором жили евреи от Моше Рабейну, буквально от выхода из Египта и до времен Эзры, даже не до разрушения. Я почему-то считал, что вот таким образом молились, сейчас мы увидим каким, да, вот то, что сейчас будет описано, это состояние продолжалось до разрушения первого храма. Оказывается, даже до времен Эзры, то есть пока Эзра не пришел, не создал в Святой Земле орган этот великий, мужи Великого Собрания, пока он не пришел в Святую Землю и не лично стал руководить этим местом, этим законодательным органом, вот такое было состояние. Рамбам говорит, что евреи молились, не было четких законов, касающихся молитвы. Да, понятие молитвы – это деурайта, он проистекает из Торы. Но молитва, то есть человек может произнести короткую молитву, и этим он выходит в обязанности, этим он выполняет обязанность заповеди о молитве. То есть, где, если я не ошибаюсь, самая короткая молитва, это когда была наказана проказой Мирьям, сестра Моше Рабейну, за то, что говорила лашон ара на своего брата. И Моше, видя, что она вся покрыта какой-то проказой, как шелек сказано, белого цвета, ее тело, он возносит молитву, которая считается самой короткой молитвой. «Ашем нарфа, нарфанала, вылечи, пожалуйста, ее». Вот три слова – это уже тоже молитва. И вот человек, сказав Всевышнему, обратившись к Всевышнему в каких-то своих словах, каким-то своим нусахом, свои тексты, свои... с теми проблемами, которые его сейчас волнуют, сказав даже три слова, заключив эти все проблемы, его насущные, в три слова, он уже может выполнить заповедь Минхатура, то есть по Торе. Однако не было установлено, что мы три раза молились в день, не было текстов молитв. Человек мог, один косноязычный человек мог молиться один раз и короткую молитву, а тот, кто был человек, у которого хорошо получается с языком, человек этот мог говорить и 3, и 5, и 10 раз возносить молитву. Это не запрещалось, это не было запрещено. Это сегодня не запрещено, но
И, в общем, не было таких никаких ограничений теперь. Эзра установил, что 3 раза в день человек должен молиться, а также он установил вместе с мужами Великого Собрания 18 благословений. Сегодня мы так знаем эту... То есть он понял, что, ну, во-первых, есть намеки на это. Намеки на именно 18 благословений и их основное содержание, то есть основные какие-то вехи в нашей, не вехи, а основные моменты в нашей жизни, связанные с верой, связанные с приходом Машеха, связанные с нашими насущными проблемами. Их вот всего заключили, запечатлели в 18 благословениях, а намек на это учат из молитвы Ханы во 2 главе. Книги Шмуэля, первой части книги Шмуэля, где Хана возносит, произносит известную песню, известный гимн, песнопение, Шира, Шират Хана. Там в каждом слове или в каждом предложении, иногда 2 иньяна, 2 каких-то темы в одном предложении заключены, в одном стихе. И Ялкут Шимони, например, известный, один из самых распространенных и известных, популярных мидрашей, он приводит все каждый. Вот из этого, из этих слов учится это благословение. Из этих 2-3 слов учится иньян, и то, что вот содержание и необходимость в таком-то благословении. Я помню, что когда мы изучали книгу Шмуэля, готовясь к уроку, я составил список по книге, по Ялкут Шимони, и у меня там получился нусах сфарад. Хасидский нусах. Хотя Ялкут Шимони написан был достаточно давно, если не ошибаюсь, более 500 лет назад. Также, что учится из молитвы Ханы, там она произносит 9 раз имя Всевышнего. И отсюда учат, что в Рош ха-Шана нужно произносить 9 благословений. То есть, если мы посмотрим в субботнюю молитву, то там в нашей субботней молитве Амида или... И там, говорится, произносится 7 благословений. В обычной, в будничных дней 18, плюс была еще одна добавлена, 19-е благословение, Аляминим. И в Рош ха-Шана 9 благословений. И вот все это учится из молитвы Ханы. И правильно, как принято у сефардских евреев, более точное название Амида, потому что Амида – это молитва стоя. И она, этот термин, это определение, оно универсальное к любой молитве, будь то она будничная, будь то она субботняя или Рош ха-Шана новогодняя. Потому что Амида, она всегда будет Амида, сколько бы благословений в ней не было. А у ашкеназим, когда принято говорить, что Амида – это шмунаисре, так, во-первых, она вообще никогда практически не шмунаисре, потому что она всегда чаисре, 19, а не 18. Да и в субботу тоже слышишь, да, идем, начинается шмунаисре, начинается шва, сева, да, 7, а не шмунаисре. Но это вот такие... и издержки нашей жизни, где принято какой-то обычай вошел в... Вечером заходишь где-нибудь в Штиблах, в Ицкович, в Бнейбраке, по дороге на урок в Нативот Улам. Заходишь помолиться Майрив, стоят разные комнаты и зазывают евреи к себе на молитву. Один кричит «Майрив, Майрив», вот и знаешь, уже ашкеназим, да, или хасидим. А другой кричит «Равит, Равит, Равит», о, знаешь, это уже сефардский миньян, и можно пойти туда. Итак, мы начали говорить о благословениях, о молитве. Какая была причина этого важного постановления? Дело в том, что за 52 года в изгнании, не путаем, это не 70 лет, а 52 года, потому что 18 лет вавилонского изгнания евреи жили на своей земле и приносили жертвы в храме первом. Храм первый функционировал. А потом, когда был разрушен первый храм, и евреи вышли в изгнание, вот эти 52 года, за это время произошло так много событий, и одно из них, что началась страшная ассимиляция. А вот даже евреи, которые все-таки еще женились друг между другом, как и полагается, евреи с евреями, тем не менее, дети их, которые рождались уже на чужбине, в Персии, в Вавилоне, в каких-то других странах, на которые распространялась власть, сначала вавилонян Навуходоносора, а потом и персов, их империи,
они начинали изучать, для них родным языком становился язык той страны, в которой они родились и выросли. И в книге Нехемия мы как раз будем скоро это изучать. Ну, скоро, несколько уроков у нас осталось на книгу Эзра, несколько глав, сколько уроков, посмотрим. Да, как даст Бог, как найдутся интересные материалы, так будем расширять немножечко, делать больше уроков. Но потом мы приступим к книге Нехемии, Безрат Ашем, и там мы увидим, что будет рассказано о разных сборах, разных собраниях евреев на духовные семинары, и будет говориться о том, что евреи знали плохо свой язык родной, свой иврит, и говорили они хаци иврит, хаци ашдодит, половину, и на иврите наполовину говорили на ашдодском, что за язык ашдодский, я не знаю. Город Ашдод – это филистимский город, который был и есть приблизительно в том же месте, современный город, на побережье недалеко от сектора Газа, на юго-западе Израиля. И там жили филистимляне. Они, очевидно, ушли в изгнание вместе с евреями, когда еще Санхерив захватил весь мир, и только он не смог захватить Иерусалим, и все войска его погибли, он вернулся обратно к себе в Ассирию или Сирию, и там погиб от руки своих сыновей. Но уже в то время, к тому времени, 10 колен ушли в изгнание, и все народы, так написано, так сказано, что Санхерив, Бельбель, это Умот, если не ошибаюсь, в трактате Брахот. Санхерив перепутал, смешал, сорвал народы с их местной и родной земли и переселил насильно, и перемешал во всем мире. И вот где-то евреи набрались этого ашдодского языка. А может быть, это еще какой-то народ. Я не видел, чтобы комментаторы к этому серьезно относились и занимались исследованием каким-то на эту тему. Но главное, что евреи уже не говорили на своем языке или на каком-то суржике уже, да, на иврит, ашдод, русско-украинский какой-то уже был, да, ни то, ни другое. И когда человек возносит молитву Всевышнему, то он должен понимать, что он говорит. Это я сейчас возвращаюсь к законам молитвы Деурайта, законам молитвы по Торе. Соответственно, если человек произнес какие-то заклинания на китайском языке, не заклинания, а какие-то благословения Всевышнему, восхваления Всевышнему, какие-то просьбы на китайском языке, потому что ему сказали, что вот у тебя, эти иероглифы, они приносят какое-то особенное, имеют сгулу, имеют особенное какое-то свойство и влияние. Выполнил ты молитву или нет? Если ты понимаешь, что там написано, если ты умеешь читать эти и расшифровывать эти иероглифы, то да. Но если же ты ничего не понимаешь, то это не молитва. Молитва, она должна быть это обращение к Всевышнему. Ты должен знать, что ты просишь, а не говоришь какие-то бессмысленные фразы. Теперь, мудрецы, что они сделали? Введя постановление о том, что это благословение является, вот эти 18 благословений или нусах, текст этой молитвы является молитвой по закону, теперь, даже если ты не понимаешь иврит, но ты читаешь и произносишь через транскрипцию, прибегая к транслитерации, прошу прощения, ты таким образом выполняешь заповедь молитвы. С другой стороны, текст общий для всех. И он, то есть если раньше люди были и не только умнее, да, и помнили все, и знали святой язык, они были и богобоязненнее, и, соответственно, человек знал, что просить, знал, в чем он не, какие проблемы у него есть сегодня в отношениях со Всевышним, в отношениях с Торой, и тогда он мог просить о правильных вещах и понимать их правильно. Но когда мы увидели, когда наши мудрецы увидели, что уровень мудрости, уровень знаний и уровень понимания всего падает, уровень духовный прежде всего падает, кто знает, что теперь нужно просить, о чем просить, что говорить, что лучше, что хуже, что имеет больший приоритет. Поэтому наши мудрецы запечатлели в этом нусахе молитвы 18 благословениях основные моменты необходимые, касающиеся веры, касающиеся нашей религиозной жизни, наших отношений со Всевышним. И теперь каждый еврей как минимум мог
прочитывая молитву, он может выполнить, прикоснуться всех необходимых вещей, касающихся наших отношений между наших отношений со Всевышним. Это молитва Шмона Исре, и с ней достаточно все понятно. Что же, что касается других благословений, и нет, не благословений, а постановлений, то в трактате Бава Кама, Дав Пейбет, 82-й лист, говорится, что Эзра ввел 10 постановлений. Я выписал их, может быть, не все по порядку, но прежде всего известно введение. Постановления были наших мудрецов, которые подпадают под определение мицвот де Рабанан. Не только Эзра, и не он первый вместе с мужами Великого Собрания начал их вводить. И Моше Рабейну вводил постановление. Когда евреи попросили, начали делать проблемы Моше в пустыне, пройдя всего 3 дня и не изучая Тору, Моше понял, что 3 дня без Торы еврею начинает чего-то еще хотеться, чего хотеть не надо. И поэтому он решил ввести постановление, что каждый, как Шенивы Хамиши, люди должны, евреи должны читать Тору. Но Моше Рабейну не добавлял никаких алахот, сколько стихов должно быть. Опять же, кто-то скажет, ну я могу прочитать 1 стих, может быть этого достаточно. Может быть это действительно достаточно, но Эзра и мужи Великого Собрания ввели дополнительные параметры, дополнительные законы у этого постановления. Во-первых, должны читать как минимум 10 стихов. Например, автора, которая также является постановлением мудрецов уже более позднего времени, ее читают, в ней должно быть минимум 21 стих. Есть несколько авторов, 2 или 3, в которых меньше 21 стиха, и, конечно же, мудрецы обращают на это внимание сразу. Но вот автора, которая читается, отрывок из какой-то книги пророков, в каждой главе другая книга, как правило, другой пророк, там читается 21 стих. В Шени Вехамиши, в будние дни, когда читается во время утренней молитвы Шахарит Тора, то должно быть 10 стихов как минимум, может быть и больше. И третьи евреи теперь должны подняться. То есть этот кусочек, этот отрывок из Торы разбивается на 3 стиха. Но что Эзра еще видел? Он знал, что почему Шени Вехамиши? Потому что в Шени Вехамиши в эти дни, все это вторник и четверг, да, извините за ошибку, я уже плохо ориентируюсь в соответствиях этих, понедельник, Йом Шени. Ну, конечно, Йом Ришон — это воскресенье, да, видите, ошибся. Понедельник и четверг. Так вот, вторник и четверг, рыбный день. Советская столовая, помню, в школе было так написано. И понедельник и четверг – это были дни базарные. Люди приходили на ярмарок, приходили на рынок для того, чтобы продать свою продукцию и таким образом протянуть еще несколько дней до следующего времени, до следующего базара. То есть люди кормились таким образом. Другие приходили туда покупать. Соответственно, в таких местах были синагоги или просто евреи, которые собрались в Миньян, есть 10 человек, можно найти какое-то чистое, хорошее, аккуратное, отделенное место, какой-то павильон, какое-то помещение, и там расположиться для Миньяна. Теперь можно было бы такое место организовать и Сефер Тора. Какой-то богатый человек, который хозяин этого рынка, или же какой-то владелец магазина богатого на этом рынке, мог пожертвовать свиток Торы, и вот уже у нас есть при этом рынке своя синагога, и евреи могут там молиться. Сегодня, например, известные вещи, поезд из Хайфы в Тель-Авив, утром на нем едут религиозные евреи в Большой Гуш-Дан, массив Дана, где находится весь хай-тек израильский практически, и где много работы, и в дороге столько они проводят, больше часа. Многие не успевают помолиться Шахарис, даже вставая рано утром, если ты в 8 утра уже должен пробить свой билет, свою карточку на проходной, так молятся в поезде. Поэтому все знают, первый вагон, туда могут все зайти, там идет Миньян. Это религиозное место, это такой вагон, синагога на колесах.
Рассказывал мне один хасид, что его брат, живущий в Нью-Йорке, они недавно сделали Ахнасат Сефер Тора, внесение свитка Торы в автобус. Да, что это за автобус? У них есть частный автобус в их районе, который куплен хасидами для своих нужд. Что они делают? Они из своего района едут через пробки несколько часов каждое утро. Да, это тебе, да, не израильские. Тут 2 часа в любом направлении, кроме Эйлата. И ты доедешь и до Хайфы, и до Твери, а уж до Тель-Авива, из Иерусалима. И того меньше часа может быть, если нет пробок на трассе. Так там едут в пробках на работу, и по дороге что, учатся и молятся. Так у них есть там автобус, он же синагога на колесах. И вот, если у нас есть при рынке такая возможность, то евреи будут читать там в понедельник и четверг. Также Эзра установил, чтобы суды сидели там, ведь евреи часто приходят как раз на эти места, и там они могут столкнуться с какими-то проблемами. И даже если проблема возникла не на рынке во время покупки и продажи каких-то вещей, а даже если она возникла в твоем местечке или в твоем поселении, в твоей деревне, где-то недалеко от этого города, и ты пришел на рынок, так сейчас ты можешь как раз этот вопрос также решить вместе с судьями. Но что Эзра увидел? Что есть многие евреи, которые не приходят. Например, местные, они кормятся, у них есть работа на местах, и им не нужно ездить в город, они месяцами могут тебя подать в город ни в понедельник, ни в вторник, и даже не на субботу, праздники, к своему ребе или к своей родне приехать. Что так, что им делать? Получается, что у них может быть в какой-то деревушке может не оказаться миньяна, и они не будут молиться, они не будут получать Тору, не принимать Тору, получать влияние Торы не в понедельник и не в четверг, но в субботу, если они такие нелегкие на подъем, или нет у них необходимости, не нужно никого тут осуждать, они живут на месте, им хорошо, в субботу, есть у них миньян, скорее всего. Так вот, Эзра еще вел, чтобы в Минху в субботу читали Тору. Вот так вот у нас сегодня, и это постановление тоже имеет отношение к Эзре непосредственное, чтобы, и что читает? Как раз читает начало следующей главы, что даже если ты в понедельник и четверг не попадешь на рынок и не попадешь в миньян, тем не менее, тебя уже начинают адаптировать, тебя уже начинают подготавливать к грядущей недельной главе, подталкивать тебя, вызывать у тебя интерес к этому, ну и... Я думаю, достаточно об этом постановлении. Что еще? Эзра установил, чтобы женщины расчесывали волосы. Ну, хафифат рош – это не только расчесывание волос перед окунанием в микву, а для того, чтобы отделить волосы, если есть какая-то грязь, если есть что-то, что держит их вместе, скрепляет их, чтобы отделить их, чтобы миква сработала и вода очистила все волосы, все элементы тела человека. Так вот, хафифа это больше как не просто расчесывание, а общее занятие головой. Это же и наверное какими-то маслами, какими-то шампунями, если есть, каким-то мылом, эквивалентом того, что было у них в то время. Обрабатывание головы, подготовка головы. Твилат говорим, также и мужчины, извиняюсь, тот, у кого была полюция, самое произвольное семяизвержение, так это, ну, это оскверняет человека. И Эзра постановил, чтобы мужчина не мог заниматься ни молитвой, ни Торой, не приступал никаким вещам, связанным со святостью, до того момента, пока если с ним такое произошло, такое событие, он должен тогда пойти в микву окунуться. Это постановление сегодня практически не практикуется. Я именно слово «практикуется» говорю, потому что даже те, кто и выполняет, это уже не на основании постановления. Это уже не носит
характера постановления, которое обязывает любого человека, а это уже решут, то есть право, человек может это делать. И в основном некоторые хасидские, не некоторые, а большинство хасидских хугим, хацирим, как их назвать, да, хасидуйот, какие-то хасидские группы, образования, у них это еще практиковалось до наших времен, и, насколько мне известно, это все становится все меньше и меньше, уходит из нашей жизни, потому что, во-первых, говорится, что раби Иуда Анаси отменил это постановление и спрашивает, на каком основании он жил, он гораздо позже Эзры. Эзра ввел, как ты можешь отменить мицва дарабанан. Говорят комментаторы, что, по-видимому, такана, одно из гипотез, одно из предположений, что такана это постановление, оно имело вот такой, носило характер, это было вписано в законе, что тот, кто захочет, есть тот другой Эзра своего поколения, раби Иуда Наси, раби Акива, неважно, в каком-то поколении евреи, глава центрального законодательного органа Сангедрина придет к выводу, что нужно эту заповедь отменить, это постановление, он имеет право. То есть это уже было, эта опция была заложена в сам свод закона или данные всего этого постановления. Есть другое мнение, которое говорит, что на самом деле не было такой необходимости в этом окунании, потому что, как там говорится, Тора, диврей Тора ломика блим тума. Слова Торы не принимают, их нельзя затумить, их нельзя осквернить. Они, да, мы не произносим их в местах, где есть какое-то, например, какие-то грязные вещи, какие-то испражнения, что-то нечистое. Да, даже если здесь расстояние большое и уже запах не доходит, тем не менее, если глаза видят, если это не накрыто чем-то, сколько глаза видят, нельзя, называется, что «Маханеха ло кадош», твой стан не является чистым, не является освященным. Но все-таки диврей тума не получают, диврей тура не получают туму. Соответственно, даже если ты находишься в таком состоянии, о котором мы говорили, да, после полюции, да, то человек может молиться и может, то есть достаточно пойти в душ, но не ходить в микву, не настолько очищать себя. А жизнь сегодня наша такова, что все сегодня, все бежит, все летит. В коэле человек, если учится в коэле, тот же хасид, который хочет соблюдать и выполнять эту заповедь, если он в 9 часов не пробьет палец или не пробьет свой билет, свою карточку, как визу, его могут выгнать, если он так часто будет опаздывать. Его могут выгнать, я уже не говорю о том, что будут снимать деньги. Это тоже менее важный, но немаловажный момент. Поэтому сегодня, если человек встает рано утром, для того, чтобы попасть в колель вовремя, да, к 9, для того, чтобы успеть позавтракать, успеть помолиться еще перед этим, да, а еще и сходить в микву, вот на это уже не всегда хватает времени. И как, насколько я знаю некоторых своих знакомых, в основном карлинстонских хасидов, они говорят, что да, это не только особо такие большие праведники, те, кто идет спать в 10 вечера, а не в 12, они еще могут ламод аль-мишмар, да, стоять на охране этой заповеди. Но, в общем, запрета нету. Я как-то помню, уже слышал, что где-то напевали Марсельезу, по-моему, у Хасида и Хаббат это принято, во время кидуша. И удивился. А оказалось, да, я прочитал у Рава Рабиновича в книге «Пискей Чувейс», да, он сказал такую вещь, пишет, что «Микубаль» принято по традиции от учеников Бальшем Товаша «Нигун ломика бель тума». Мелодия не принимает туму. То есть, если ты не поешь какую-то, не произносишь также и тексты какие-то некошерные, какие-то пошлые, а только мезамзем, только мучишь себе подносно или красиво производишь какую-то мелодию, в общем-то, с этим тоже нет большой проблемы. Это, правда, не касается постановления Мезры. Есть понятие, вещь, которая принимает туму, не принимает туму. Сосуды стеклянные, металлические, сосуды с углублениями, с отверстиями, деревянные. Это тоже постановление не Эзры, а просто наших мудрецов, других поколений, что пшутейкли эц мекаблим тума, простые сосуды, пшутейкли эц ломекаблим тума, а вот простые сосуды, например, какой-то черенок деревянный, пусть он и обработанный, но он не принимает тума. Если это какая-то ложка, если это какой-то красивый деревянный
деревянная тарелка или кувшин сделанный, если делают. Да, вот это уже может также принимать туму. Но Деврей Тора нет. Дальше, что у нас еще есть? Слово барахолка, когда-нибудь задумывались, откуда оно происходит? Я начну издалека. Рахилут. Что такое рахилут? Сплетни. А почему они так называются? Почему есть лашон ара, мы понимаем, злой язык или убивающий язык, как хочешь, можно там много смыслов вставить в это, но лашон ара, злобный язык. А тут рахилут, сплетни. Кто разносил сплетни? Оказывается, рохель — это короб. Помните старая народная русская песня веселая? «Ой, полна моя коробушка». Так вот, вот этот короб, который... Это буквально переносной прилавок или магазин, даже не на колесах, а на ногах, на двух ногах. Люди в древние, в старые времена ходили, были такие люди, которые ходили, как коробейники, как, не знаю, ну, барахольщики, мы сегодня говорим. А почему? Потому что вот этот рохель, этот короб его, в который он имел разные, самые необходимые вещи для бытовой жизни, он ходил из деревни в деревню, то есть его кормили в основном ноги, и поэтому за короткое время он мог оказаться за один день в нескольких деревнях. И они как раз разносили сплетни. Разносили новости, ну, а как правило, это и сплетни. Поэтому, говорят, что такое барахолка? Все, что у меня есть, барохель, да, что у меня есть в коробе. И вот эти барахольщики, их... Не знаю, или это и само понятие придумал Эзра, но вот чтобы эти барахольщики ходили из деревни в деревню и приносили людям радость в жизнь, каким образом? Стеклянные бусы, серебряные украшения. Наверное, за дорогими золотыми украшениями ездят в центральный город куда-нибудь, в серьезную ювелирную лавку, где есть и выбор, и цена, и качество, и не обманут, и есть куда прийти, кому предъявить потом претензию. А простые вещички, которые пусть и простые, но радуют жизнь, радуют душу человека, согревают ему сердце. Возьмите маленькой девочке, подарите зеркальце, сколько она будет в него смотреть, Ну, уже не сегодня, разумеется, да, сегодня уже нужен какой-нибудь прибор более мишухлаль, да, более современный. Или, как я помню, в Турции было землетрясение лет 10 назад, а может быть, и да больше, лет 20 назад, и там погибло много людей. И я помню, что девочку одну вытащили из руин, она сказала в первую очередь: «Дайте кока-колы». Нормальный человек должен попросить воды, да, но ей, по-видимому, не только не хватало, или современному поколению уже недостаточно просто утолить жажду. Есть уже что-то, что должно иметь более серьезное влияние и вызывать более серьезные ощущения разнообразные. Так, ну, в общем, этот человек носил нитки, носил иголки, пуговицы, носки, наверное, какие-то галстуки, шарфики, да, перчатки женские, да, может быть, и, как я сказал, какие-то элементарные, простейшие вещи, которые, может быть, и не подпадают под понятие ювелирных изделий, да, но могут улучшить и скрасить наш простой быт людей, проживающих на периферии и в деревнях. И это радует сердце женщин, радует сердце девушек. И это, без этого нельзя. И нельзя было тогда тоже. И поэтому Эзра приказал. То есть были ответственные, которые... Вот ты кто ответственный за такую-то область, за такой-то район. Вот у тебя должно быть такое количество барахольщиков, вот этих коробейников, я не знаю, если это правильно, которые должны ходить по деревням и по еврейским штейтлам, по местечкам, по деревням, проживание евреев, и обеспечивать им, давать им возможность купить что-то перед субботой, к праздникам, да, и порадовать свою семью, свою представителей слабого пола в своей мишпухе. Кстати, вспоминается в первой или во второй главе, в начале книги, второй книги пророка Шмуэля, вторая глава, Давид оплакивает смерть царя Шауля, своего тестя и великого еврея. И там говорит Давид такие слова, кроме разных, кина, плач Давида. Он перечисляет, говорит там о
кто же теперь, плачьте, женщины еврейские, ведь кто будет вас теперь одевать в червленицу, в багряницу, вот в эти дорогие ткани, кто будет осыпать вас ювелирными изделиями, украшениями? И комментатор объясняет, о чем идет речь. Царь Шауль Пуси провел всего, правил на... восседал на престоле всего 2 года, но он успел провести много войн. Там в одном из стихов говорится постоянно, сколько перечисляется. Ну, все соседи, которые только могли, все нападали. И всем он давал достойный отпор. Хотя основным оппонентом был народ филистимлян. И когда шли на войну, регулярной армии не было. Регулярную армию создал Давид. И как раз в этой кина, в этом плаче Давида, он и говорит, «Лелмед бней адам бней Иуда кашет». Мы должны обучить наших иудеев, как колено лидера, из которого происхожу я, и из которого будет происходить царь народа Израиля, нужно обучить их стрельбе из лука, спрашивают наши мудрецы, комментаторы. Это что? Это часть оплакивания? Говорят, да, часть оплакивания. Почему? Это часть плача, это часть того эспеда, поминальной речи о царе Шауле. Почему? Потому что это подчеркивает нам то, что во времена царя Шауля евреи не нуждались в регулярной армии, потому что Шауль, он был представителем колена Бениамина, уроженцем колена Бениамина, а Бениамин, Катувшам, у него о нем в благословении Якова говорится, «Ишкон лаветах», «Едид Ашем», или Моше Рабейну в конце Торы говорит, «Едид Ашем», приближенный к Всевышнему, потому что святая святых всегда находилась на территории колена Бениамина, и в первом храме, разумеется, во втором, но и даже не только там, а также и в Шило, Мишкан Шило, выходила полоска, стежка-дорожка, которая принадлежала колену Бениамина, так по жребию выпала, и святая святых в Шило, хотя это несколько десятков километров от Иерусалима на север, тем не менее, и это колено Эфраима, и Менаше там владели этой территорией, тем не менее, святая святых даже в Мишкан Шило, в святилище Шило тоже было на территории колена Бениамина. Так вот, Едид Ашем, приближенный к особо близкий к Всевышнему, Ишкон Лаветах, будет находиться, будет жить в уверенности. Битахон. Бениаминяне всегда являлись представителями, обладателями сильного битахона. И поэтому царь Шауль никогда не спрашивал через Урим и Тумим. Правда, это ему вверяют как вину, да, но армия им тоже не была нужна. Они выходили, каждый брал свой меч, топор, какое-то оружие, которое осталось от его предков, от его отца, деда, да, и шли на войну и побеждали. Но поскольку мужья были так часто на войне, и даже, конечно же, если кто-то погибал, не дай бог, да, разве можно это уже никогда не восполнить. Но когда евреи, да, возвращались домой, или когда они отсутствовали во время войны, то царь Шауль, у него был особый бюджет, особая статья расходов на вот этих, на всех жен, которые сейчас находятся, мужья, чьи находятся на войне, он их осыпал дорогими, уже не безделушками от барахольщиков, а дорогими вещами. Багряница, червленица, тулачани, шелковые изделия, ювелирные украшения, чтобы как-то им компенсировать отсутствие их мужей дома. И говорит, плачьте, плачьте, женщины, кто вам теперь что-то купит? Что у нас еще есть, какие благословения? Чтобы не стирали в йом щи-щи перед субботой. Есть сегодня расхождение на эту тему среди наших мудрецов, среди пускай Аллаха, потому что сегодня есть стиральные машины, сегодня не так сложно. И сушилки есть также электрические, все можно сделать быстро, без потери времени, без особого утруждения. Кроме того, у многих людей йом шиши — это полувыходной день, люди не работают именно в этот день. Если женщина работает и муж работает каждый день с утра до вечера, то остаются только силы для того, чтобы прийти как-то, да, накормить семью и проверить домашние задания у детей,
в общем, какое-то минимальное отношение к семье, да, и на это уже после больше ни на что нет сил, да, еще и бывает нередко в многодетных семьях на родительские собрания, а если у тебя фамилия Шатхин и твоя буква так же, как и в русском языке, одна из последних в алфавите, то ты можешь прийти и посидеть там 2 часа, да, аж в ожидании ребе в хейдере, да, или же в ожидании, если эта мама идет к учительнице в школе. В общем, это вопрос открытый, не открыт нужно, у нас вопрос не по Аллахе, а по Танаху, поэтому ну, в те времена, когда белье не было и не меракев тебе, и никаких стиральных порошков, и никаких других средств моющих, шильно-мыльных, как у нас говорили на флоте, шильно-мыльных средств, разумеется, этот процесс занимал много времени. Ходили на речку, замачивали, продержали, потом нужна была эта скалка, да, пока по ней, чтобы выбить из волокон грязь впитавшуюся. В общем, это постановление больше актуальное, скорее всего, на тот период, в те времена. Ну, разумеется, каждый вам скажет, тот, кто выполняет это и сегодня, в субботу только минимальная подготовка к субботе, а всю субботу готовится к субботе, а не только все взваливает на йом-шиши, чтобы потом как взмыленные кони не ворваться в субботу. Того Аллах браха, придет на него благословение, снизойдет на него благословение с небес. И еще одно постановление, чтобы кушали чеснок в йом-хамиши, то есть в четверг накануне субботы, это Вавилонский Талмуд. Иерусалимский Талмуд говорит, что в саму субботу, в вечернюю трапезу, кушать чеснок, это увеличивает мужское семя. А опять же, если муж работал барахольщиком или дальнобойщиком, то бывал он дома только, как правило, на субботу. Разумеется, в это время, и это было удобное время для выполнения заповеди близости мицват она. Ну, а чеснок вызывает приумножение семени. Выпекать хлеб перед субботой. Я помню, как-то моя супруга спросила у своей рабанит Вейг, Равшишива Тора Ор, ее муж, она делает хорошие халы. Нельзя ли получить рецепт? Был ответ, представляете, вот тут целое постановление, тут целое, как это сказать, иньян с подготовкой хал к субботе, выпечкой хал к субботе. Был ответ очень интересный. Да? Зело ли ишао ведет? Это не для работающей женщины. Все. Ну, вот сейчас дочки подросли, с удовольствием это делают. Да? Мы вот много лет, пока они не подросли, таки покупали халы. Чтобы женщины говорили между собой в туалете, разговаривали между собой в туалете. Почему? Это не только из-за скромности, потому что если человек, который задумал сделать нехорошее, задумал насилие, он это не поможет. Он заранее все спланирует. Постановление служит для того, чтобы если человек вдруг зашел в туалет общественный и случайно нарвался на женщину там, то тогда, поскольку у мужчины ецер более сильный к разврату и по сегодняшний день, так сказано в трактате Эйрувин, в Мишне Мише Гоциу Гоим. Так вот, там говорит Тосфот, да, что у мужчин сегодня все-таки ецер к разврату сильнее, чем у женщины, и тогда он попадет под власть и может прийти к неладному. То есть, чтобы такого не случилось, случайность, две женщины, которые находятся вот в таком вместе пикантно, они должны разговаривать между собой, поднимать голос, чтобы случайно туда не зашел другой мужчина. Есть еще о чем поговорить, есть еще, нам нужно будет завершить эту тему. Я обещал сегодня, но что я могу сделать? Вот тут часы у меня, и они мне показывают, что время наше подошло к концу. Поэтому мы следующий урок начнем тем, что закончим тему Таканот Эзра, и вообще, так сказать, сделаем такое, подведем общий знаменатель под темой мужей Великого Собрания, Аншей Кнессет Агдола, а потом продолжим, уже вернемся к непосредственно 7 главе и пойдем по тексту, как мы это делали раньше. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.